Фабрика звезд для малышей. Белорусские родители забаловали собственных чад. Папы, мам, хлебом не корми, дай ребенку проявить талант. Пятилетний блогер, несовершеннолетняя примадонна, юная модель. Что за кулисами озадачились мои коллеги? Максиму Волконовскому всего 7. Пока его сверстники живут как за пазухой родителей, молодой актер сам зарабатывает недетские гонорары. Александр Яценко, Евгений Ткачук, Сергей Маковецкий, Любовь Константинова – вот короткий список партнеров по съемочной площадке. Сложно было, потому что много смен было, и сложно было сниматься. Минувшее лето для начинающего актера выдалось жарким вдвойне. Именитый режиссер Сергей Урсуляк впервые доверил ребенку драматическую роль и не стал делать скидку на возраст. Многочасовые смены, ночевки в лесу, киношные будни заменили Максиму каникулы в Простоквашино. Роль мне моя нравилась. Первые дни было сложно, но а потом я уже привык. Когда я смотрела, каналы там рассказывали, кто выйдет мой фильм, я плакала. Режиссер и преподаватель начинающего актера уверяют, залог успеха восходящей звезды – яркий типаж. Я расскажу, как он пришел. Он был такой мальчишка необычный. У него очень необычная внешность. И сразу, когда мы делали портфолио, он выбивался из всех ребят нашей киношколы своими глазами голубыми, большими, прекрасными и ушками. Юная блогерша впервые приехала в Минск и обнаружила, что фанатов у нее больше, чем казалось. Давка, крики, паника! В конце сентября концерт популярного российского блогера чуть не кончился страшной трагедией. Выступление в крупном столичном ТЦ собрало сотни детей и подростков. Все как один пришли поглазеть на 12-летнюю Милану Хаметову. Вас очень много, я очень сильно переживаю. Мое желание, конечно, было сниматься в кино, было с детства. И вот, сбылось желание. Хочу быть всегда главной ролью. Это «Народный гость», самая честная программа о том, что у всех на устах. Увидимся.